Поэтому мы вообще сейчас будем наблюдать в основном такой матч молодежных составов, поскольку «Империя» тоже главным образом молодых своих регбистов делегировала на участие в первом туре чемпионата России по регби-7. И, похоже, сейчас будет первая попытка. Да! Да, еще и к центру побежал. Немножко рискованно получилось, честно говоря. Ну вот состоялась первая попытка «Империи» в этом туре. Напомню, что первый матч пензенская команда проиграла крупно ВВА 0-24. А вот сейчас сразу повели в счете. Еще и реализация, я думаю, должна случиться при таком раскладе.